Вот на черепахе. Живет у меня в аквариуме. Маленький, хорошенький такой. Положил коробок, чтобы видеть, как он маленький. Кушает все. Я имею в виду мошек, мух. Мелкий, конечно, всего, потому что он сам маленький. Плавает на досточке, отдыхает. Островок, это земноводное. В Википедии читал, что они живут до 120 лет, могут жить. Ну а так обычно 20-30 лет. Маленький панцирь, свет включаю побольше, чтобы панцирь расти должен у него. Ну сейчас вот по паласу бегает, сейчас посажу его в аквариум через время, там ему лучше. Хвостик тоже есть. Лапками интересно плавает, когда он. Он в основном там наверху, среди водорослей, лук не опускает. Панцирь такой. Вот. Сейчас спрятался, я его в руки взял. Это его нижняя часть. Панцирь тоже такой. Есть. Ой, голова вот прячется туда. Спрятался. Ну так долго не будет, конечно. Сейчас должен. Вот этот аквариум, он уже плавает этот. Яшей мы его назвали. Здесь ему нормально, хорошо.